Всем привет! Мы сейчас едем в ближайший город или поселок, как это говорится. В общем, мы едем в магазин купить. Короче, надо заехать продукты купить, плюс нужно милашке что-нибудь купить. Не знаю, каких-то тапочек, да, чтобы она на даче ходила, потому что шлепки, которых она, короче, они ужасные, надо их выбросить. Вот, или у нас резиновые сапоги. В общем, ничего такого промежуточного нет. Вроде бы все. Что-то я еще хотела купить. Может быть, заедем в питомник. А, да. Хочу посмотреть, наверное, где-то трехлетние деревья посадить. Все будет зависеть от того, сколько они будут стоить. Я буду не могу посмотреть нормально. А давай мне вот такие вот купим. Если тем более красивые. Милаш, поставь пока, пожалуйста. Ну, они такие вот красивые. А может вот такие? Скажи, какая ты теперь крутая. В очках, в тапочках. И все так дешево, да, Милаш? Да? Я думаю, что мы, наверное, может, еще в садик было взять. Ага, я подошел, говорю, джинсы на меня. Берите, говорю, надо такие классические. Не стрейч, не кулаки. Ну, говорю, синие нормальные, без порезов, без всего. Ага. Что меня смотрит? Говорит, нету. Сама купила. Чего? Ладно, пока. Сама купила. Милаш, смотри, котята какие. Видишь? Вон они сидят, смотри. Мы такого же взяли. Маленького. Давай в этот вал. А теперь слон бегает. Слон, никто не любит. Говорит котик, да? Да. Джин, слышал? Поговори за мной. Ой, я кабачки хотела взять. Ладно, сейчас назад. Слышал, мой родной? Что такое? Ребят, мы уже дома, и не купили мы никаких деревьев, никаких кустарников. Завтра поедем на рынок. Видели там мельбу 4-летку за 1300 и 3-летку, по-моему... Он сказал за 700 рублей, но нам почему-то эта 4-летка, она такая более рослая, уже даже с плодами была. Может быть, ее возьмем. Поехали в питомник, но там не нашли мельбы, то есть у них любые деревья, но мы что-то вот, не знаю, я уже говорила, вкус из детства. Мельбу хотим взять. Так. Что мы купили? Купили вот такой вот сок. Видите, уже половину выпили. Покупаем его со скидкой. Покупаем его со скидкой по 69 рублей. Вот. Взяли три бутылки. Потом Сережа в последнее время что-то вот такое берет. Такие они, ну, знаете, типа чипсы, только как кукурузные. Взяла в последнее время. Беру вот такую вот кисломолочку. Сладкую, правда. Беру, потому что она не сильно молочная любит, это более-менее пьет. Чеснок взяла, вот такой вот. Так, шоколадное масло Приволье. Здесь вообще 57%. Ребят, не ругайте, я знаю, что вы говорили за вот это масло 72,5, но нам нужно его доесть, я в кашу добавляю. Ну, я думаю, ничего с нами не случится. Так, колбасу салями взяли. Пшеничную кашу Увелка. Я ее беру в пачках. Мне так удобнее. Я один пакетик сварила. И нам с Миланой на двоих свежая каша. Сережа у нас не ест каши. Потом мне нравится... сырки Александров, я думаю, все знаете, вот такие есть. И именно суфле беру, прям обожаю. Очень вкусно. Глазированные сырки, это Сережа себе взял. Они
если я не ошибаюсь, именно вот такой коробке идут вот такие вот небольшие. Так, одни сладости набрали. Мясо у нас есть. И взяла вот такие вот вафли. Джек называется. Они, кстати, и в России, и на Украине есть. Очень вкусные. Прям что-то вспомнила. Мама когда-то привозила. Решили взять. Так, у меня со вчерашнего дня говядина. Размораживается. Точнее, она уже вчера разморозилась, но просто сегодня надо приготовить. Так что сегодня у нас каша, картошка, и сейчас просто мясо с подливкой приготовлю, и все. Суп у нас еще щавелевый есть. И на улице очень жарко. Сережа дальше занимается забором, то есть красит дальше столбы. Вот, а я буду готовить, мне еще посуду надо перемыть. В общем, много домашних дел сегодня. Назад было невыносимо жарко. Сейчас ветер и холодно. Что за погода в этом году? Ужас. Сережа траву косит у нас. Мама, я тоже... На улице очень холодно. Ну, относительно. Ну, я хочу тоже гулять. Ну иди оденься, Милан. Мы сейчас будем обедать. Лучок рвут с Миланы. Картошечка. Овощи и мясо. Покажи. Ого, ого, мам. Ты почисть, бери, пусть папа покажет тебе, как чистить. А папа что, умеет? Как? Милан. Давай мне тоже. Как? Давай. Да не надо это отрывать, это потом отрежется. Мам. Давай, вот, на кости бери. И стягиваю. Нет, можно вот за верхнюю, видишь, коротенькие, вот торчит зеленая коротенькая, вот за нее можно тянуть, вот эту, берите, вот так. Дай мне другой. Да, пускай сама пойдет. За хвостик за вот этот тяни вниз. Нет, возьми в руку. Держи, держи, держи. Учись чистить. Вот, давай, давай, давай. Все, снимай. Оп, выкидывай. Гвоздик забыл. Сереж, заведи мне. Сережа, как всегда, не докосил траву. У него вечно что-то происходит. Леску менял. Леска закончилась. Да. Что с ним? Он дальше красит, а я буду косить. Так, надо идти поливать в теплице все, потому что давно уже не поливали. Сережа все там трудится, все красит. Я докосила всю траву. Сейчас пойду поливать. Все помидорчики. Сегодня две мыши Сережа убрал с участка. Я еще, ну правда не мышь, а что-то опять с длинным носом. И вот опять Дайсон. Дайсон, ну разве мой это мышка? Ой, кошмар, я не могу слабонервным не смотреть. Милана, ну я все уже убил. Он главное, что их не ест, он просто их убивает. Отвратительно, Сереж.
скажи ему, чтобы он ушел. Ну разве так можно? Проверяет, жива она или нет. Сейчас схватит ее и убежит. Это же его добыча. Дайсон. Милана. Милана, нельзя трогать. Потому что. И все. Не дышит, да, Сереж? Да нет, он душит, и все. Вон там, видите, у нас парень работает, кучу уже все разобрал. Вот здесь у нас не хватало земли. Сюда он нам привез глину. Вот. И вот там еще у нас выкорчевывали этот пенек. Вот. И тоже там засыпали ямку. Я сейчас вот здесь ровняю, где трубы нам рыли. Выравниваю все, видите? Думаю, сюда кабачки с цукини посадить. А потом уже травой засеем. Папа ее убрал. Выбросил. Сейчас. Там уже целый склад, да, Сереж? Нет, в том месте вторая. Да? Так, скоро горка тропиков таких, да? Отвратительно. Давай, поливай, поливай. Так, а я буду дальше работать. Ты что кушаешь? И папа кушает суп. Вкусно? Не хочу такой мультик. Сейчас тебе одежду принесу. Вкусный хороший лучок? Мультик, классный мультик, Мила, надо посмотреть. Не хочу. Нет. Вовка в 39-м царстве. Так. Наконец-то вымыла полы все. Лестница вообще уже ужасная была. Вот, чистенько. Чистенько, но хлама полным-полно. Честно, вот прям не перевариваю, когда вот так вот все лежит. Но это временно. Это временно. Я тоже вон помыла голову. Уже грязная была. Сейчас поставлю чайник, будем пить чай. Вот, все чистенькие, все уставшие, кроме Миланы, конечно. Хотя я думаю, она тоже устала, потому что сегодня она очень рано встала. И, кстати, я думаю взять или вот эту тумбочку, или вот эту. И внизу использовать как тумбочку для обуви. В IKEA продаются специально такие выдвижные ящики, вот, которые с таким большим и маленьким дном. Вот, и туда просто-напросто выдвижной ящик будет. Туда будем складывать обувь. И будет, я думаю, что очень удобно. А сюда хочу купить, тоже в IKEA есть, либо такие же пластмассовые ящики, либо из материи. Правда, не знаю, влезут они или нет. И Милане под игрушки. Ну, это все примерно пока думаю. Вот так, немножко совсем прибрала здесь. Вот, ну, хоть мебель потихонечку появляется. Так, надо взять Милане одежду. Рыбку вам вчера обещала показать. Сереж, ты одну рыбку отсюда ел? А вот эта большая, это что? Подлещик, наверное. Вот это, да? Я маленькую, наверное, какую-то буду. Ать. Это кому? Это Милане. А ты ей чай сделала? Я думаю, с маленькой. Чай с маленькой. А. А мы с Сережей будем рыбку, я чай. Сереже, наверное, пиво будет. Вон какой мультик смотрим. Смешные есть моменты. Че? Будем сейчас такую штуку есть. В
Все, ребята, на спать всем.